Добрый день, дорогие мои друзья! Приветствую вас я в нашем замечательном, красивом поселке Гурзуф. youtube.com, Мила Гурзуф, приветствую вас на своем канале. Дорогие мои друзья, сегодня я вас познакомлю с очень оригинальными, современным дизайном ремонта апартаментами. Ну и как всегда, мы начнем с самого интересного, дорогие мои гости, это кухня. Это плита, газ. Здесь у нас на кухне также есть телевизор. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Горячая и холодная вода постоянно. Как бы у нас вот есть холодильники. Готовить пищу можно. И дальше мы проходим. Это у нас холл. Заходим. Душевая кабина, туалет, как всегда говорю. Но это у нас ванная комната, большая, хорошо оборудованная. То есть здесь у нас туалет, стиральная машина, бойлер электрический, специально подающий горячую воду. Горячая и холодная вода постоянно. Пожалуйста, туалетный столик, умывальник и ванна. Так, пожалуйста, мышлейка. Проходим в спальню. Большая софа. Постельные принадлежности 100% натуральный хлопок. Замена белья идет по желанию, по требованию. Кабельное телевидение. 65 каналов, Wi-Fi, интернет есть. Ремонт. Светильнички. Проходим дальше. Стеклопакеты от потолка до пола. Очень хороший дизайн. Данный вариант предусмотрен либо для семьи из 4 человек. Вот здесь отсвечивает телевизор. Также кабельное телевидение, интернет, Wi-Fi. Кондиционирование во всей двухкомнатной квартире. Потолочное освещение оригинальное. Очень много цветов. Здесь также большой диван, огромный, раскладной, с постельными принадлежностями и дополнительно холодильник. Очень, очень оригинально оформлена квартира. Натуральные растения. Это монстера. Очень интересный момент. Вы можете приготовить, кушать и выйти на террасу. И можно уютно, комфортно отдыхать на террасе. Гортензия цветет. Такой приятный, хороший аромат. А вдали хвойные деревья. И здесь большая площадка, можно разместить шезлонги и загорать, отдыхать. Этот вариант находится буквально в 2 минутах от парка санатория Гурзуфский. Можно через парк ходить на пляже. Буквально расстояние, если от берега моря сюда подняться, в
течение где-то 7 минут. Ну, если вы погуляете, любите по парку, то это, конечно, очень-очень-очень шикарно. Итак, дорогие мои друзья, приглашаю вас на отдых в Гурзуф. Средиземноморский микроклимат. Если вы желаете, вы можете для себя устроить отдых. И процедуры лечебные, и массажные кабинеты посещать. То есть здесь, ну, очень продуктивный отдых в Гурзуфе. И хочу рассказать вам, что у нас здесь очень много на набережной кафе, баров и ресторанов. Большой выбор пляжей. Территория пляжей у нас 2,5 километра. Это можно и в Артек сходить, где гуровские камни, где братья Адалары в море. Это там 1,5 километра пляжей. И также здесь тоже у нас 1,5 километра пляжей. Это начиная от городского Чеховской бухты и заканчивая спутником. Рестораны, танцполы. То есть развлечений, море развлечений и экскурсионные маршруты. В Гурзуфе хорошо отдохнуть, а путешествовать по всему Крыму. Здесь благодатный край, созданным Господом Богом. Заходите на мой канал youtube.com Мила Гурзуф. Подписывайтесь, ставьте плюсики. Звоните по номерам телефонов +38 095 539 3020, +38 050 397 62 45.